Новый проект на телеканале «Самара ГИС». Цикл программ о трудовых династиях самарцев, которые на протяжении нескольких поколений не изменяют одной профессии и бережно передают ее потомкам. В третьей программе цикла – большая трудовая династия, 5 поколений дружной семьи и 1 знаменитый завод, ставший для всех вторым домом. Как начинался этот многолетний путь? С детства завод, завод, завод. Мы все на заводчане. Все стремились на завод. Благодаря чему заводская династия растет и крепнет. Стараешься соответствовать этой фамилии. Когда мы вместе, то есть, когда все сообща, тогда любые невзгоды не страшны. Для меня большой отпечаток оставили дед, моя мама, мой дядя, брат. Для меня они пошли, грубо говоря, примером. Какие радости дарят трудовые будни? Это гордость. Гордость, что мы можем это сделать. Без наших движков еще ничего не летало. Смотрите программу «Профессия по наследству» 17 июля в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».